Американский рок-музыкант Том Петти скончался в возрасте 66 лет. Вечером в понедельник у себя дома в Малибу в Калифорнии у него произошла остановка сердца, после чего он был доставлен без сознания в реанимацию. Но врачам не удалось спасти музыканта. Том Петти родился в 50-м году во Флориде. В 76-м году он возглавил группу Том Петти and Heartbreakers, в которой был автором музыки и текстов, исполнителем и гитаристом. Группа выпустила 13 альбомов, последний из которых «Hypnotic Eye» вышел в 14-м году. В конце 80-х Том Петти вместе с Бобом Диланом, Джорджем Харрисоном, Роми Орбисоном и Джеффом Лином участвовал в супергруппе «Traveling Wilburys», которая в 90-м году удостоилась премии Грэмми за лучшее рок-исполнение. Он также выпустил 3 сольных альбома. В 99-м году Том Петти and Heartbreakers получили звезду на Голливудской аллее славы за вклад в индустрию звукозаписи и музыки. В 2002 году группа была включена в зал славы рок-н-ролла. Несмотря на международный успех, в 90-е годы Том Петти страдал от депрессии и приобрел героиновую зависимость. Последнее выступление Том Петти and Heartbreakers состоялось 21 сентября в Лос-Анджелесе в рамках тура, посвященного 40-летию группы.